Человечество потихоньку учится перерабатывать отходы. Разделять и сортировать бытовой и домашний мусор за последние годы многие из нас уже привыкли. Серый контейнер – обычные мокрые отходы, синий – то, что отправляется на переработку. А сейчас во всем мире набирает обороты новое направление – сбор крышек от обычных пластиковых бутылок как отдельного вида отходов. На днях контейнер для них появился в городском парке. Обычные разноцветные крышечки от пластиковых бутылок являются, если вы не знали, ценным сырьем. И место им не на свалке, а в специальных приемных пунктах, откуда их забирают на переработку и дают вторую жизнь. Грамотная утилизация того, что мы считаем обычным мусором, может принести реальную пользу и экологии, и обществу. Экологическую акцию «С любовью к планете» инициировала молодая гвардия. Все полученные от переработки крышечек средства будут направлены на добрые дела благотворительного фонда «Добро в действии». Собственно, крышечки обычно и являются участниками благотворительных проектов. На средства от переработки приобретается дорогостоящее медицинское и реабилитационное оборудование для детей-инвалидов. Конечно, собрать нужно не одну тонну, но чем больше людей поймут важность этого вроде бы пустякового дела, тем больше нуждающихся получат помощь. Ну и напомним, что эти тонны мусора не попадут в окружающую среду. Сами крышечки на заводах перерабатываются в пластиковые гранулы, которые используются повторно при изготовлении различных полимерных изделий. Годятся практически все крышки от продуктов питания и напитков, соков, воды, молока и так далее. А также некоторые колпачки от непищевой тары. Вы спросите, почему нужно сдавать крышки отдельно от бутылок? Все дело в том, что они изготовлены из разных типов пластика, которые нужно перерабатывать по отдельности. Такова технологическая особенность. Крышечки делаются из полиэтилена, а тара – из материала под названием полиэтилен-терефталат. Нам точно известно, что есть щелковские семьи, где давно собирают крышки от бутылок, но не знали, куда их сдать. Теперь добро пожаловать в парк. Контейнер в форме сердечка установлен около городка аттракционов. А если крышек вы накопили много, чтобы не бросать их по одной, можно сделать это через специальное окошко. Если пилотный проект в парке окажется успешным, будем надеяться, такие контейнеры для сбора крышечек появятся и в других местах города. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.